Всем привет! У меня сегодня радостное событие. Это посылочка из магазина «Иголочка». Это украинский магазин «Иголочка.com.ua». Ссылочку на магазин я вам оставлю под видео. Девочки, я была очень удивлена. Там наборчики украинских производителей можно заказать намного дешевле, чем мы покупаем их в России. И если я заказывала посылку с официального сайта «Волшебная страна», то доставка из Украины в Россию выходила очень дорого. В этом магазине мы оплачиваем доставку по российским расценкам. То есть у меня доставка вышла 390 рублей. А вот эта вот фирма, Woodstitch, для меня это новая фирма, я сейчас буду делать обзор, я думаю, вам тоже интересно посмотреть, что это за фирма, чем она отличается от «Волшебной страны». Как мы видим, наборчики очень похожи, дизайны великолепные, это не единственный набор, который я заказала, у меня есть еще и другие наборчики, сегодня в этом видео я вам все покажу. И, допустим, вот по цене, вот эти маки, они подороже, 795 рублей, а набор кактусы 495 рублей. У меня есть готовые работы от «Волшебной страны», я их приготовила для того, чтобы сравнить размеры, чтобы вы наглядно видели, насколько они отличаются, будем смотреть комплектующие, мне самой очень интересно. Первый раз я держу в руках наборы от этой новой фирмы. Вот видите, написано Woodstitch. Но я так думаю, что эти наборы ничем не хуже, чем «Волшебная страна». Во всяком случае, я прочитала по списку комплектующие. Тоже фанера, бисер пресиоза, иглы, бисерная нить, фетр, цветная схема. Я буду вышивать, и я обязательно вам скажу, как в процессе, понравилось мне или нет, но это будет уже в следующем видео, процесс вышивки. Возможно, мы с вами, скорее всего, мы с вами будем вышивать в трансляции, я включу прямой эфир, и мы в трансляции будем с вами вместе вышивать, и я как раз все свои впечатления буду рассказывать. Но вот эта доставка 390 рублей меня очень порадовала. Мало того, высылалось все с территории России, то есть я долго заказ не ждала, получила заказ очень быстро, и я буду и дальше продолжать заказывать в этом магазине. Очень мне понравилось и обслуживание, и быстрая доставка. Хотя я не ожидала украинский магазин, я думала, что доставка будет идти дольше. В общем, обзор на набор, и этот набор мы с вами вскроем, потому что мне интересны размеры. Здесь вот 11 на 8, а здесь 13 на 13. Ну, понятно, что больше размер, поэтому подороже цена. И еще вот такой наборчик 12 на 9 сантиметров, вот такой красивый. С цветочками. Ну, я люблю цветочки. Кто смотрит мой канал постоянно, вы уже знаете. В общем, вышли эти новинки, и я их все захотела. Мне нравится вышивать на пластиковой конве, на деревянных заготовках, поэтому я их заказала. В подарок я получила еще вот такую вот схемку для вышивки бисера. Здесь указаны не только цвета, указаны номера бисера. Заготовки тоже есть на этом сайте. Вообще там много представлено производителей. Переходите по ссылке и смотрите, что вам нужно, выбирайте. В общем, схема для вышивки бисера Sweet Art. Здесь фирма Sweet Art. Вот такой красивый виноград. Цветов всего 8. Вот, бисер в набор не входит, потому что бисером не комплектуется, потому что это заготовка. Но заготовочка очень красивая. Вы знаете, я люблю такие заготовки, где мало поля и много зашивается бисером. Я не люблю, когда маленькая вышивка и огромное нарисованное поле. Мне очень понравился, мне очень понравилась вот эта основа. Вот такая брошь от фирмы Crystal Art. И еще вот такая вот подвесочка. Вот такой черный котик. Так, набор для вышивания Nova Stitch. Кстати, тоже я эту фирму не пробовала. Не знаю, что это такое. И
Вот на эти два набора я сделаю обзор в следующем видео. Чтобы видео не было очень-очень длинным, я сегодня буду делать обзор на вот эти вот наборчики от фирмы Wood Stitch. А на броши я сделаю обзор в следующем видео. Если вам интересны такие видео, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. Итак, приступим к обзорчику. Я уже говорила, что в последнее время мне хочется побольше снимать обзоров, потому что я уже много показывала своих готовых работ. Предыдущие видео вы можете посмотреть, сколько за последнее время у меня готовых работ. И мне хочется с вами поболтать, хочется что-то обсудить, поэтому я в следующих видео постараюсь сделать подробные обзорчики. А вот еще смотрите, какой магнитик. Ну, вы знаете, что я магнитики люблю. Постоянные зрители знают, что я их люблю. И посмотрите, какой красивый магнит. Сейчас я вам покажу, как он по качеству. Там магнитики разные, очень-очень красивые. Посмотрите, как он блестит, переливается. Просто обалденный магнитик. Кстати, после того, как я сделала заказ, там, по-моему, уже была акция скидки на наборчики. Вот сегодня я не знаю точно, есть ли акция или нет, но на прошлой неделе акция была. Там разные есть магнитики, очень красивые. Там еще мне понравились лягушечки вот с такими камушками, которые переливаются. А здесь вы видите вот темная бронза, такая темное золото. Очень красиво смотрится. Конечно же, камера не передает этот блеск камушков и тем более золото. Хотя, может быть, и видно. Вот надеюсь, что сейчас хорошо фокусируется. Очень красивые камни переливаются. Сейчас посмотрим, как сделан магнит. На какой-то момент я даже засомневалась, магнит это или нет. Дело в том, что это такой мощный магнит. Я вам даже не могу передать, насколько он мощный. Я даже подумала, может, уже это не магнит, а какая-нибудь брошь. Я не могла отсоединить вот эту часть. Очень-очень мощный. Посмотрите, какой огромный, очень крепкий. И смотрите, как все гладенько сделано. Я просто в восторге от этих магнитов. Посмотрите, прям как все вот аккуратненько сделано. С этой стороны металл. Настолько мощный, обалденный магнитик. Я так чувствую, что он будет у меня один из любимых. Классный магнитик. Особенно там лягушечки мне еще понравились. Суперский. У меня есть магнитик. Мне, я его получила в подарок. Там был павлин, и меня спрашивали, откуда такие магниты. Я, к сожалению, на тот момент не знала, где берут такие красивые магниты. Но вот, смотрите, на сайте «Иголочка» есть вот такие красивые магниты. Так, ну что, начну я обзор вот с этого наборчика, который побольше. Не ждите чуда, чудите сами. В набор входит инструкция, подробно показано, как вышивать. Вот вижу, что здесь тоже рекомендуют вышивать, по-моему, в одну нить. Но вы подробно сможете прочитать, как какой шов делать. Когда вы получите такой наборчик, то сможете прочитать эту инструкцию. Единственное, на что хочу обратить ваше внимание, к набору прилагается фетр, который необходимо приклеить клеем ПВА. Мы с вами привыкли клеить моментом. Или я клею карандашом Эрик Краузер. Но смотрите, написано, что можно клеить клеем ПВА. Он приятно пахнет. И я не знала, что клеем ПВА можно приклеить фетр. Большое спасибо производителю за рекомендации. Кстати, попробую приклеить я ПВА и скажу разницу. Вот здесь у меня приклеен фетр карандашом Эрик Краузер. Девочки, не всегда клей момент подходит для пластиковых заготовок, либо если здесь фуамиран,
то он может расплавиться. Или вот здесь вот такая тонкая ажурная салфеточка. Если используете клей-момент, то нужно использовать гель-момент. Но вот видите, оказывается, можно ПВА. Спасибо за подсказку. В набор входит чешский бисер. Ну, чешский бисер мы с вами уже видели много раз. Я думаю, на него обзор делать не нужно. Хочу только показать, какие цвета. Это просто цветотерапия, как мы с вами привыкли уже говорить. Обожаю красные маки. Посмотрите. Обожаю ниточки. Вот такая намотка ниток. Ниточки вижу уже по объему, что вышивать предполагается в одну нить. Я на деревянных заготовках люблю вышивать в две нити, но у меня нитки свои есть. Это не проблема. Я буду вышивать все в две нити. Мне нравится, как выглядят наборчики в две нити на пластиковой канве и на деревянных заготовках. Вот видите, очень плотно бисер, ни одна бисеринка не провисает. Если я вышиваю в одну нить, у меня бывает кое-где провисает. И вот этими игрушками играет моя внучка, когда ко мне приходит. Поэтому мне нужно, чтобы все держалось крепко. Вот так, дальше заготовочка. Очень гладкая заготовочка. А так, что хочу сказать. Вот сейчас я буду сравнивать, чтобы вам было понятно по ощущениям. Заготовка очень гладкая, а здесь в волшебной стране она не такая. То есть по тактильным ощущениям вот эта заготовка обалденная. Она очень-очень гладкая. Мне вот на первый как взгляд нравится больше, чем в волшебной стране. Очень гладенькая, очень приятная. И что хочу сказать. Вы все знаете запах заготовок от волшебной страны, когда пахнет деревом. Но у волшебной страны как-то ярче выражен этот запах, и он немножечко как бы с клеем такой. А здесь более, ну, вот как по мне, так как-то приятный запах, не такой резкий. Вот, ну, вот такая еще салфеточка, тоже из фуамирана. Она чуть поплотнее, чем вот эта салфетка, это очень тонкая, ну, здесь чисто белая, здесь молочного цвета, ну, может быть, в разных наборах разный цвет, но все сделано по аналогии волшебной страны. Вот смотрите, как красиво смотрится на дереве белая ажурная вот такая подставочка, вот эта салфетка. Мне очень нравится. Некоторые девчонки не клеют, они просто красят, а мне именно нравится, как выглядят наборы вот с этими салфеточками из фуамирана. Фетр тоже вырезан. Люблю, когда вырезан. Смотрите, какая игла. Две иглы в комплекте. Первый раз вижу такую иглу. Она, смотрите, где ушко, она черная, как будто покрашенная. Она очень-очень тонкая, она тонюсенькая. Я думаю, что такая игла подойдет для ювелирного бисера. В наборе я не вижу ювелирный бисер. Но даже если его здесь нет, большое спасибо за такую необычную иголочку. Я хотя бы смогу ей воспользоваться, если мне нужно будет что-то мизерное, миниатюрное пришить. Посмотрите, какая она длиннющая. Такая длиннющая игла. Я начну вышивать вот этой иглой. Еще в инструкции прочитать нужно, что это за игла, почему их две в комплекте. Очень даже интересно. Хотя вот эта иголочка, она прекрасно проходит в отверстие. Но вот такой неожиданный, какой-то приятный сюрприз. Вот такая игла, которую я вижу впервые. Кто вышивал такими иголочками, напишите в комментариях, что это за иглы, понравились они вам или нет. И вот такая вот заготовка. А давайте теперь сравним. Посмотрите, по высоте такая же, но очень широкая. То есть, как вот эти кактусы. Вот такая вот заготовочка. И посмотрите, на что я обратила внимание. Вы видите разметку? У волшебной страны такого нет. Что касается меня, я любитель разметки. Я полностью размечаю канву. Я без разметки вышивать не могу, я постоянно ошибаюсь. Я когда сейчас увидела эту разметку, все, я сразу влюбилась в эту фирму.
Мне даже и в голову бы не пришло, что деревянная заготовка может быть с разметкой. Оказывается, производитель позаботился о таких, как я, которые без разметки вышивать не могут. И это очень приятный сюрприз от производителя. Посмотрите, как красиво. По высоте будет так же. Но что хочу сказать. Я уже вижу, что фирма Wood Stitch ничем не хуже, чем «Волшебная страна». Возможно, даже у многих она будет в приоритете. Но мне вот, во всяком случае, больше нравится вот это дерево и разметка. Как будет себя вести наборчик в работе, я вам смогу сказать позже, когда вышью. Сейчас заранее не могу сказать, но на первый взгляд я не заметила никаких минусов по сравнению с «Волшебной страной». Наоборот, вижу одни преимущества, одни плюсы. Ну и, конечно же, схемка. Очень важна схемка, но полностью схему я вам, конечно же, не могу показывать. Вот, смотрите, начало вышивки указано. Я вам показываю кусочек схемы, чтобы вы понимали, какая здесь схема. Схемка очень легкая, значки не сливаются, схемка цветная, яркая, но бумага не глянцевая, поэтому в глазах не рябит. Все достаточно хорошо различимо. И очень такая жирная, хорошая разметка. Вот как я люблю, вот такая разметка и точно такая же разметка здесь на заготовке. Я думаю, что ошибиться будет сложно. 15 цветов бисера используются в этой работе. Ну что, я очень довольна вот этой комплектацией. Большое спасибо фирме Wood Stitch, магазину и «Иголочка». Мое знакомство с этой фирмой просто превосходит все мои ожидания. Мне очень-очень нравится. Так, и что еще я хотела показать? Я хотела сравнить заготовку вот из этого маленького набора. Полностью, конечно же, я не буду теперь делать обзор на второй набор. Вы все видели в первом наборчике. Я только достану заготовочку для того, чтобы показать вам размеры. Так, вы видите, да, и высота поменьше. И сравним сейчас с кактусом. Вот такой у меня толстенький есть кактус, тоже чуть поменьше. И еще хочу вам показать кактус. Стоит 555 рублей. Вот такой вот кактус цветущий. Написано, что кактус. Сейчас посмотрим размер кактуса. Вот. Кактус чуть-чуть повыше. Вот, кактус чуть-чуть повыше. Ну, в общем, цена отличается в зависимости от размера заготовки. Ну, в принципе, у фирмы «Волшебная страна» также отличается по размеру заготовки цена наборчиков. Срок годности не ограничен. Это радует, потому что сразу все наборы вышить это невозможно. Будем вышивать с вами постепенно. Ну что, вот такие прекрасные наборчики. Я надеюсь, что видео вам было полезно. Вы ознакомились с фирмой Wood Stitch. Вы теперь имеете представление, что это за фирма и что входит в комплектацию набора. Я очень надеюсь, что видео было вам полезно. И мы с вами увидимся в следующем видео, когда я буду делать обзор вот на эти броши. Большое спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, а также переходите в магазин за покупками. Всем желаю приятных покупок. Спасибо вам за просмотр. С вами была Инесса. Пока-пока.